Привет! Бывают такие ситуации, когда лучше даже не выглядывать за пределы собственного дома. Респектуем невозмутимости этого парня и показываем тебе, как вода выходит из-под контроля. Наводнения, гигантские волны и потопы – все это в сегодняшней подборке. Поехали! Мосты при наводнении бесполезны, поэтому от них оно избавляется в первую очередь. Фонтан горячей воды. Вот такая бесплатная автомойка неожиданно открылась в центре Санкт-Петербурга. А машины вообще можно мыть кипятком? Кипяток льется. Вот это прикол! В замерзшем состоянии вода не менее опасна. Взгляни, какой переполох устроила эта лавина в Дагестане. Натиск водной стихии выдерживает даже далеко не каждый дом. Можно подумать, что здесь снимают какую-то крутую экшн-сцену с использованием дым-машины. Но за спецэффекты отвечает прорвавшаяся труба с кипятком. В паре мест из-за нее даже провалился асфальт и несколько машин упали в ямы. Но, к счастью, никто не пострадал. А вот жители этого города, кажется, были готовы к такой ситуации. Только взгляни на этот свирепый поток воды, на который туристы натолкнулись в горах Алтая. Оказалось, что это не просто паводок. Сильнейший ливень переполнил местное озеро, огромная масса воды прорвала плотину, и буквально за пару суток озеро полностью опустело. А вот так выглядит настоящий сход оползня в Калифорнии. И
И если наблюдать за кадрами, снятыми с вертолета, так страшно, представь, что чувствовали люди, которые живут неподалеку. Можно сказать, что автор этих кадров в Колорадо и его соседи напротив теперь живут на разных берегах. Они искренне думают, что зонтики их защитят? Не знаем насчет зонтиков, а вот обычный матрас может очень пригодиться при наводнении. А вот курьеров, которым во время наводнения продолжают сыпаться заказы, ничего не спасет. Приходится доставлять их вот так. Одно неудачное движение машиниста-экскаватора, и водопроводная труба превращается в Ниагарский водопад. Немного подробнее про это печальное и пугающее зрелище. В мае 2020-го на округ Мидленд обрушились невероятно сильные дожди. Настолько сильные, что в результате произошел прорыв двух крупных плотин – Сенфорд и Эденвиль, которую ты как раз видишь на экране. Под удар стихии тогда попали 3500 домов, а 10 тысяч человек были эвакуированы. Все же вода бывает абсолютно беспощадной. О, what? Are you kidding? Oh, what? Are you kidding me? What the f***? Главное в подобных ситуациях не паниковать. А еще лучше просто идти вперед, несмотря ни на что. Экологи всего мира трубят о том, что ледники в Арктике тают и разрушаются. Но черт возьми, как же красиво это выглядит в жизни!
Лучшее начало утра – проснуться и увидеть, как твой дом утопает в потоках воды. Здесь все начиналось относительно безобидно. И вот как закончилось. Думаем, у этого приятеля точно есть страховка. Очевидцы этого разбушевавшегося водопада в Индии явно чувствуют себя бессмертными, но кадры благодаря им получились мощные, согласись. Иногда во время шторма побережье превращается в одну большую пенную вечеринку. Как мы представляем свой дом, когда думаем, что могли забыть выключить воду перед выходом? Кажется, лучше все-таки воспользоваться лестницей, пока не поздно. Лайк, если ни за что не подошел бы к краю этой смотровой площадки. Как оказалось, смотреть на бушующие волны – довольно популярное развлечение. Самое популярное развлечение на этой реке во время приливов – увернуться от волны. Не пугайся, эта инсталляция прямиком из Голливуда, но выглядит невероятно правдоподобно. Вообще, в штаб-квартире Universal в Лос-Анджелесе можно испытать на себе множество природных катаклизмов. И все без риска для жизни. Учитывая, как часто в этом регионе происходят наводнения и ураганы, это довольно полезно для отработки навыков спасения. Снимаем плавательные жилеты и возвращаемся на сушу. Ставь лайк, если даже не намок, отмечайся в комментариях и до встречи в следующем ролике.